Dele. Так, ладно, последний ход, короче, играем, идем спать. Подустал я что-то. Очень переживаю я за ангелов. Опасно их утопом брать. Но надо брать. Мы
Возьмем еще пикинеров на обжор. Остальное тут оставим. Здесь прибежал Кадберт, его бы можно бахнуть. Ну ладно, потом. Так, берем конюшни. Берем 1000. Так, что я тут успеваю? Ни хера ничего не успеваю, тут цепи от бога просто. Карабас. Как прежнему больше, это хорошо. Под разбивку оставим парня. Ну, поехали. Мир за пакость. Мир за пакость. Как тебя убить? Придется скелетов жертвовать, да?
25 костей. Сейчас бы ДД достать из утопа. Троечка. Ну, с ангел не... Я ж завытился, за что? За что? Блядь. Да что ж за день-то такой? Я не знаю теперь, как выживать. Вот как выживать. Деф. Только так. Ну, это интересно. Топовые книжки завезли. Слабость. Неплохо.
Пора уже грохнуть этого гада. Ну все, сохраняю. Три ангела погибли. Ни за что, ни про что. Столько потерь, столько жертв. Ой, ради чего? Ради нескольких томиков бесполезных. Но огонь я зря не взял, конечно. До новых встреч, пишет Фалкон. Что ж, я вам скажу то же самое. До новых встреч, друзья. Спасибо за внимание. Для вас играл и комментировал. Но спокойной ночи и вам добрых снов. Пока-пока.